Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о мотивации, концентрации внимания и выдержке. То есть, вот у нас начало занятия. Я выпускаю собак, естественно, с разрешения. Естественно, они занимают определенную позицию, ждут моего разрешения, сконцентрировавшись на мне. И вот происходит такая ситуация. Дальше у меня идет уборка вольера. И новый выход у нас опять идет с концентрацией внимания и с выдержкой. Дальше мы начинаем заниматься. Да. Сидеть. Мотивация – это очень важный момент. Очень легко и просто работать с собакой, замотивированной. Ну, малинуа на пищевую, на игровую мотивацию – это прям как будто созданы для этого собаки. Вот сейчас происходит выдержка. Это бытовой обычный момент. Я захожу в дом, да, для того, чтобы взять какой-то предмет, с которым мы будем дальше работать. Хорошо, собака ждет меня. После того, как она меня подождала, сконцентрировавшись, выдержавшись, она получает поощрение. То есть она замотивирована. Вот команда места это все та же выдержка, все та же мотивация и концентрация внимания на мне. То есть посмотрите, с какой охотой собака выполняет. Сейчас пока у нас идет вход, пищевая мотивация. Да? Но мы развиваем все виды мотивации. И вот сейчас будет у нас работа с игрушкой, транспортировочным предметом. Это так называемая обучающая мотивация. Почему обучающая? Потому что игра у нас является одной из форм обучения. Но прошу вас уделить внимание, смотрите, мы хоть и играем в перетяжку, но собака тянет ровно настолько, насколько она может тянуть. Идет формирование зубов, предмет, с которым я играю, достаточно мягкий. И в конце у нас кормление, опять тоже с концентрацией внимания и с выдержкой. Это мясо, это важно. Можно. Всем спасибо.